два, три и четыре. Хорошо. Ударные инструменты отбивают ритм, замысловатые движения превращаются в танец. Хип-хоп такой понятный молодежи. Из душного дискотечного зала переходит в зал спортивный. Мастер-класс по танцам молодая гвардия «Единой России» организовала в 8-й Щелковской школе. Обычный урок физкультуры превратился в увлекательное занятие. Упражнение показывает кандидат в мастера спорта, двукратный вице-чемпион России по хип-хопу, обладатель Кубка мира Андрей Амосов. 5 раз он побеждал на соревнованиях в Центральном федеральном округе и Московской области. Я по большей степени импровизатор, вот, но также люблю хореографию. И я показал ребятам, что такое импровизация и, соответственно, хореографии. И они совсем справились. 9А 8-й школы в какой-то степени повезло. Обычный урок физкультуры превратился в урок танцев. Хип-хоп – это целая жизнь. И очень вероятно, что у этих ребят обязательно получится. Импровизация Андрея Амосова только привносила интригу в занятия. Язык жестов порой едва разборчивый, молодые люди понимали на лету. Ты думал, что у тебя все получится? А? Мне понравилось то, как он танцует, его движение, музыка тоже. Я узнал то, что музыка – это не только мелодия. На самом деле, я считаю, то, что возраст никак не влияет на танцевание, потому что каждый человек может танцевать, и самое главное – это желание. Урок физкультуры в ритме танца – новый опыт активистов молодой гвардии «Единой России». И этот урок – всего лишь средство в достижении главной цели. Для того, чтобы приучить молодежь к спорту, показать, что есть разные виды спорта, не только футбол, только хоккей, но и замечательные танцы, современные танцы, которые сейчас очень популярны во всем мире. Довольно-таки тяжело, на самом деле, с первого раза учиться классно танцевать, но они молодцы и, в принципе, справляются неплохо. Молодогвардейцы будут и дальше приглашать в школы мастеров и выдающихся личностей. Чтобы не пропустить интересное, не нужно прогуливать уроки физкультуры. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.